Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Уильям Пауэлл Фрид. Данных очень мало, я пользуюсь какими-то данными, которые я нашел в интернете. Вот что там пишут. Принадлежит к жанровым живописцам. Его талант был признан и продвинут на раннем этапе его собственным отцом, владельцем гостиницы в Северном Йоркшире. Помимо своих больших, иногда монументальных пейзажей, Фрид сделал себе имя прежде всего благодаря жанровым картинам. Он был одним из тех художников, которые не боялись запечатлеть бедность на холсте. Знаменитая его картина «Подметальщик на перекрестке». Там изображен оборванный маленький мальчик, который готовится убрать улицу перед хорошо одетой дамой. На его картинах изображены характерные персонажи всех социальных слоев. Такие писатели, как Чарльз Диккенс, дали бедности голос, а художники вроде Фрида – лицо. Не случайно на многих картинах Фрида есть романы Диккенса на эту тему. Некоторые из них впоследствии послужили образцами для иллюстрации. Тот факт, что Джон Пауэлл Фрид был избран членом Королевской академии в 1858 году, иллюстрирует изменение взглядов его современника. Всего несколько годами ранее было немыслимо, чтобы картины так называемых «обрывков общества» попали в высший храм искусства Великобритании. Другой особенностью Джона Пауэлла Фрида было создание нескольких картин на одну и ту же тему, часто с разницей в несколько десятилетий. Он трижды рисовал «Подметальщика на перекрестке», последний раз в 1890 году. Надо сказать, что у художника было 12 детей от жены и 7 от возлюбленной. Он отвергал современные художественные движения того времени, такие как импрессионизм прерафаэлитов, эстетизм Оскара Уайльда. Вот то немногое, что мне удалось найти о Уильяме Пауэлле Фриде. Смотрим картины. Пока-пока. До свидания.